До праздников остаются считанные недели. И хотя Саров хорош в любое время года, эти дни пропитаны особым волшебством. Разноцветные гирлянды и декоративная иллюминация сливаются в пестрый калейдоскоп. Город утопает в огнях. Самые яркие из них льются с витрин магазинов, офисов и торговых центров. В преддверии праздника сделать свое заведение как можно более уютным и красочным старается каждый предприниматель. Чтобы отметить самых креативных, Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова и Центр поддержки предпринимательства запустили новогодний смотр-конкурс «Елка-фест». Изначально мы планировали сделать несколько номинаций конкурса. Это внутреннее оформление помещения и внешнее. Но приоритет все-таки отдаем внешней входной группе торговых точек, каких-то офисов наших предпринимателей, чтобы именно на улице было вот яркое праздничное настроение оформления. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сфотографировать празднично оформленный фасад своего офиса, магазина или организации и опубликовать снимок в социальных сетях с хэштегом «Елка-фест». После чего отправить изображение вместе с заявкой на электронную почту Центра поддержки предпринимательства mail@sarovbiz.ru. Главное – это творческий подход. Не обязательно использовать какую-то динамическую подсветку. Конечно, это всегда красиво смотрится, но элементарное милое украшение гирлянды либо постановка елки, да, украшенной собственными руками, это всегда очень красиво и мило. Итоги конкурса «Елка-фест» подведут в два этапа. Первыми при помощи открытого интернет-голосования авторов лучшего новогоднего оформления выберут жители города. Затем свое слово скажет экспертный совет, в который вошли представители Думы и администрации. Им предстоит назвать победителя в номинации «Экспертное мнение». Всех лауреатов ждут дипломы, благодарственные письма и, конечно же, призы. У нас разыгрываться будет ужин на несколько персон в одном из ресторанов нашего города. Фотосессия в красивой фотостудии. Крупные фейерверки, большие упаковки будут хороших фейерверков, чтобы предприниматели смогли своими коллективами поднять себе настроение и украсить свой там предпраздничный вечер. А еще уникальный набор керамической посуды, которую по индивидуальным эскизам изготовит один из саровских мастеров. Работы на конкурс «Елка-фест» будут принимать всю неделю. Первые 20 участников получат новогодний мешочек с мишурой, гирляндой, новогодними шарами и вкусными подарками. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».